Событие вызвало большой интерес в среде южно-казахстанских предпринимателей. Бизнесмены с большим вниманием изучали зарубежные технические новинки. Здесь в наличии есть все, что нужно для открытия солидного предприятия. Сейчас предоставлен для техосмотра линии технического контроля. Это СП-4, это четырехтонники стационарные. И СП-16, это 16-тонник универсальный. Есть мобильный, но они у нас в наличии имеются, у нас закуплены. И предоставлено оборудование для СТО, сервиса, для грузовых, для автобусов и для легковых машин. Шиномонтажные, балансировки и диагностическое оборудование. На презентации был и представитель российского поставщика – предприятие «ЗАО Новгару». Этот завод давно и прочно связан с компанией «КАЗ Машинери» – партнерскими отношениями. Специалисты отмечают, что полученное оборудование очень высокого качества. Тематикой тормозных стендов мы занимаемся уже порядка 47 лет. С 2001 года у нас создано совместное предприятие с немецкой фирмой «Картек». Впоследствии эта фирма влилась в состав американского концерна «Снапон». И сейчас у нас совместное предприятие с американским концерном «Снапон». Бизнесмены пришли на презентацию не ради праздного любопытства. В течение часа было заключено несколько солидных сделок. И, похоже, люди довольны своим выбором. Мы сегодня пришли на презентацию «Шымкент Моторс», узнали, что сюда напрямую идут поставки из России. Нам нужны были колеса для грузовых машин, еще кое-что. Договорились, сделка обошлась 1 000 000 тенге. Хорошо, в России ехать не надо, все можно купить здесь. Все необходимое оборудование для проведения технического осмотра, СТО или шиномонтажа можно приобрести в компании «КАЗ Машинери». Офис находится по адресу Кожанова, 1/1, рядом с областным управлением дорожной полиции.